Ну вот это то, что осталось от бензолебедки, сгорело. Это, по-моему, были дымы ДМ-11 загоревшие. Тут все еще горит. Вот это, не знаю, свежая лунка от прилета или она была тут. Да, вот, это вся наша еда, которая сгорела. Вода есть. Сколько там? Я так полагаю, здесь был мешок гречки. Единственное плюс, что вот мусор, который пига здесь копил, мусор сгорел. Также тут осталась небольшая куча с водой. Целый цинк валяется, 6. Тут тоже что-то погорело. ТМ-ка валяется. Не сработавшая. Думал, сюда сапер нужен. Тоже куча воды. Что-то прохудилось, что-то нет. Также вот тут вся куча еды сгорела. Плюс вот тут была куча с личной гигиены. Душ, всякое такое. Ничего не осталось. Мыло, жидкое мыло. Индивидуальный душ, одноразовый. Вот они, остатки мыла. Вот жидкое мыло. Ну, в общем, все сгорело, все, что здесь было. Что они там спасали, я не знаю.